Юные футболисты Чукотки отправились на всероссийские соревнования с 10 по 16 февраля в городе Спасск-Дальний Хабаровского края в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Пройдут состязания учеников из разных регионов. Чукотку представят 10 спортсменов. 10 юниоров Чукотки впервые представят округ на соревнованиях такого уровня. Чемпионат первенства по мини-футболу пройдет в городе Спасск-Дальний Хабаровского края. Спортсмены самой младшей возрастной группы примут участие в третьем этапе состязаний, где будут бороться с сильнейшими командами за выход в финал. Наша команда будет участвовать во всероссийских соревнованиях по мини-футболу, которые называются «Мини-футбол в школу». Мы участвуем сразу в третьем этапе дальневосточном, где встретятся все самые сильные команды Дальнего Востока. Она моя команда. Это твои первые соревнования? Нет, у нас уже были соревнования в угольных копях. Уверен в своей команде? Да. В Анадыре юных футболистов провожали по-взрослому. Родители с напутственными речами и даже чиновники. Председатель комитета по культуре, спорту и туризму пожелал ребятам только победы. Едем мы, понятно, защищать честь Чукотского автономного округа, да? Поэтому я прошу к соревнованиям отнестись серьезно. Говорить, что самое главное участие, здесь я вам не скажу. Участие это в каких-то других соревнованиях. Вы едете, это совсем другой уровень соревнований. Поэтому мы вам ждем вас с победой. Будем держать крестики, сжимать кулачки. В этом году спортсмены Чукотки представят округ и в других соревнованиях. В планах участие в турнирах по единоборству и национальным видам спорта. У нас самая младшая группа, там как бы многие категории участвуют, но пока у нас команда самая подготовленная, вот именно в этом возрасте, 9-13 лет. Ну, выезд, можно сказать, первый в таком возрасте у нас. Планируем дальше развитие. После футболистов у нас дальше едет КС-баскет по баскетболу, и юноши, и девушки по этому соревнованию тоже всероссийские. Проект «Мини-футбол в школу» реализуется по всей России уже более 10 лет. В этом году в соревнованиях на Дальнем Востоке примут участие около 400 спортсменов в различных возрастных категориях. Яна Шикарева, Александр Кузьминов, «Вести Чукотка».